Хей-хей-хей! Привет, мои друзья! Посмотрите на меня! Мне 43 года, жира практически нет. Недавно мне сказали, что у меня на боках есть жир, что у меня жирные бока. Показываю. Вот весь жир на моих боках. Вот. Вот такая складка в самом жирном месте. То есть, то, что вот это видите, это не жир по бокам вовсе. Это мышца, вот пресс. Как я поддерживаю такой низкий процент жира при весе 95-97 кг? Скажу вам честно, если начинаю есть все подряд, вес быстро поднимается до 100 и идет вверх. И скоро я буду весить 105 кг, потом 110, никакого пресса уже не будет. Будет висеть живот. Как же избежать того, чтобы живот свисал? Очень просто. Нужно тренироваться. Нужны силовые тренировки, то есть хотя бы 3 раза в неделю работать с большими весами, чтобы вот эти мышцы на фоне диеты не уменьшались. Нужно тренироваться с маленькими весами для дополнительного жиросжигания. Смотрите, тренировки, если вы не соблюдаете диету, жиросжигающих тренировок не бывает. Но если вы соблюдаете диету, то жиросжигающие тренировки все-таки, оказывается, существуют. Представьте себе, человек целый день сидит дома. Он не двигается, сидит за компьютером, потом он на машине едет домой. Жиросжигания нет. Вы начинаете двигаться, даже 10-минутные тренировки с маленькими даже гантелями, даже если вы будете их проводить по 10 минут, добавляем 2 такие тренировки в день, уже хоть что-то, уже хотя бы по 200, по 300 дополнительно калорий мы сжигаем. Это заменяет хотя бы какую-то прогулку, если вы из дома там мало выходите, пешком длительные расстояния не ходите, вам нужны интервальные 10-15 минутные тренировки пару раз в день. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean beef. Чтобы компенсировать недостаток движений, тогда вам не придется есть по 500 калорий, чтобы худеть. Вы сможете есть там хотя бы по 800, по 1000. Вообще все индивидуально. Кому-то надо и 2000 калорий, он худеет, а кто-то и на 1000 не худеет. Все потому, что обмен веществ подстраивается под вашу диету и замедляется. Что сделать, чтобы не замедлялся? Силовые тренировки с большими весами для поддержания мышечной массы, интервальные тренировки на выносливость и на дополнительный расход калорий. Еще есть кардиотренировки, но они занимают много времени. По часу, по 2 часа в день. Поэтому я предлагаю интервальные тренировки, тем более при натуральных тренировках, без химии, кардио таки может сжечь дополнительно мышцы. Да, и обмен веществ тогда уже серьезно замедлится. И, кстати, раз уже мы с вами заговорили о диете, то я рекомендую вам подписаться на новый очень классный канал TM Добрынов. Етык, етык. Не просто о том, как вкусно приготовить или приготовить полезную еду, а еще и с элементами юмора. Ребята вот просто отжигают, просто смотришь, как Comedy Club. Сегодня будем готовить говяжью вырезку со спаржей. Что входит в данное блюдо? У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул калина, целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Смеешься весело, динамично и... Поддержите, пожалуйста, новый проект. Пройдите по ссылке в описании под этим видео и подпишитесь. Будет весело, будет интересно и будет аппетитно. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Ну а теперь, друзья, возвращаемся к тренировочке на сжигание жира. Что я могу вам сказать, друзья мои? Общую схему, общую концепцию вы поняли. Теперь хочу вам рассказать, что же делать, если вот лень тренироваться. Лень. А надо. Нужны тренировки на выносливость, нужны тренировки на силу. Но с силовыми тренировками идут как-то проще. Пришел в зал, у тебя есть план тренировок, ты знаешь, если не будешь выполнять эти тренировки, то твое тело не будет классно выглядеть. Давайте попробуем подумать, что же с этими интервальными тренировками, как заставить себя их делать. Я, знаете, сегодня вот не хотел делать, я просто выбрал любимые упражнения. 3 любимые упражнения. Жим гантелей на наклонной. Наклоны. С рывком гантели вверх работает поясница. И приседания с гирью. Упражнения настолько кайфовые, что невозможно просто их не сделать. С тяжелым весом я вам советую 3-6 кругов. С легким весом, как сегодня, легкие круги. Но надо сделать от 6 кругов до 10 кругов. То есть это может быть 10 по 10, если начальный уровень или веса слишком тяжелые. Можно сделать и 5 по 5, если вам тяжело. Взяли. И погнали. Раз. Выбросили. Раз.
8, 4, 5, 6, подушечки здорово смещаю, 7, 8, 9, 10. И приседания тоже касаемся пола, можно слегка на носочки подпрыгивать. 7, 8, 9, 10. Теперь лег на лавочку, можно ложиться на пол, если лавочки нет, да? И пожать 10. Можно таким хватом, можно таким. Если вес легкий, то... Ну, гантели всего по 4 килограмма, и это не серьезно, поэтому я беру раз, это гантели по 15. Поехали. Раз. Погнали. Продолжаем повышать тоннаж. Перед камерой, что вы на меня смотрите, и так можно забыть, сколько раз я делал и в какой последовательности. Буду более внимательным. Пач, еще раз, пач, пач, пач. Погнали. Это были 20-ки. Угу. Отлично. Взяли, сели, пожали. Сейчас отдышусь и сделаем еще разок.
Ну как, вы еще держитесь, друзья мои? Фух. Пару дней назад на соревнованиях толкал над головой больше 100 килограмм, а тут по 12 килограмм, видите, уже язык до колена свисает. Выводы: нужно тренировать не только силу, но и выносливость. Погнали! Фунтов. 10, 12. Отлично. Скоро Новый год, сзади вот елочка у меня. И на стекле уже тоже наклеила какая-то добрая фея елочки, видите? И на Новый год мы все, ребята, очень сильно рискуем. Потому что люди начинают пропускать тренировки, начинают много есть. Все рискуют поправиться, и многие поправляются. Но не расстраивайтесь, потому что с вами есть Юра, добрый тренер, нутрициолог, диетолог, тренер, все в одном лице. 20 числа начинаю свою жиротопку, проект, в котором мы будем делать вот такие тренировки, они будут все время меняться. Интервальные тренировки будут меняться, силовая будет дана индивидуально на месяц каждому своя. И, конечно же, каждому индивидуально помогу подобрать по калориям, по составу БЖУ, программу питания. Важно! Программа должна меняться. Если вы теряете вес, если вы худеете каждую неделю на 2 килограмма, а может на 1,5 или на 3, стоит задуматься, может и не нужно ничего менять. А вот если прошло 3 или 4 дня, и вы ни на грамм не похудели, и объем талии у вас не поменялся, задумайтесь. Даже если вы не стремитесь стать чемпионом, но вы же должны прогрессировать. Давайте прогрессировать, давайте работать вместе, тренироваться вместе. Пока, друзья, как там говорят? Пока, друзья. До новых встреч. Счастливо. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы обо всем об этом думаете. Пока.